Сейчас мы идем. Тип банты, да? Это ищ, как тип банты. Блин, я забыла вам заснять видео, и вот я пришла с обедов, но расскажу вам историю. Была и на завтрак, потом мы играли в пионербол, волейбол, всякие штучки, а потом пошли на обеды, и у нас можно поспать 20 минут. Да, фотоквест еще был. Там надо было выполнять это. Короче, сейчас я после обеда, да. Вот это я уже замучилась. Сейчас хочу покрасить ногти. Только что я накрасила ногти. Вот, к сожалению, сейчас вечер, и я не смогла вам заснять видео. После ногтей я пошла снова на спорт. Нас позвали в актовый зал. Объясните, что там будем как-то зарабатывать деньги, устроить свой бизнес. Все круто, чики-пуки. После этого спектакля у нас был пол. После этого мы снова веселились, и у нас было задание найти орешник. Вот пришла моя подруга, я даже что мне сказала. Можешь себя показать? Нет. Уходи. Дальше после актового зала у нас было хобби или спорт. А после хобби и спорта... У нас был полдень. Потом мы... Нет. Потом мы стояли на линейке, и нам объясняли, 22 июня 1941 года произошла какая-то война. Великая Отечественная. И после этого нам дали соник в столовке, и мы стали есть. Там была вкусная булочка с невкусными изюминками. Сок был, апельсиновый сок. Сейчас я лежу в кроватке. Ладно, сегодняшний день у меня заканчивается на сонике. Может быть, на печеньках закончу. Да, на кровати. Господи, у меня макияж. О, господи. Что делать?